Итак, ребят, всем здравствуйте. Всем здравствуйте. Это уже какая-то третья серия, да, уже по Dead Space? Вот. В предыдущей серии мы с вами затопорились очень жестко в двух моментах, да. Вот в том моменте, где надо было уничтожить корабль и где надо было достать какой-то ключ. Вот. Еще игра вылетела, ну, такое себе, конечно, такое себе. Вот. Не знаю, что будет в этом. Нам сказали, что нужно куда-то дойти. Нам вагонетку куда-то отправили. Нам вообще нужно куда-то в медотсек вроде дойти, в принципе-то, и все. И что там сделать. Вот. Поэтому сажусь поудобнее, да, там вот это чаечек, кофеечек, да, вот обязательно. Что пожелание, что любите больше. Покушать, да, там тоже пожелание. А пледик обязательно. Хорошее настроение. Вот, если нету, то, конечно, оно у вас появится. Сейчас, да, сегодня вот... Ладно. Конечно, если у вас нет настроения, то оно, конечно, у вас появится, наверное. И что еще? А, и занимайте удобную для вас позу, там сесть, лечь, да, в принципе. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Так, нам нужно, короче, идти вот сюда, да? Патронов, кстати, у меня 10, и еще запас вроде должно быть 2. И у меня рюкзак есть, чё, блядь? Что? А, блядь, это аптечка была. Зря, конечно, я её использовал, ну ладно, я просто не прочитал, что там написано было. Ну да ладно. Ну да ладно. Ничего страшного. Я прям сразу буду целиться, но его нахер сразу же. В сейфе. Вот для чего нам деньги. И сколько у меня денег? 18 тысяч у меня. О, лазерная винтовка есть. Широкоугольный резак с синхронизированными зарядами. Импульсивная винтовка есть. Защитный костюм, кстати, вот этого было бы неплохо, кстати. Лично объем рюкзака усиливает броню, блин. Угу. Плазменная энергия, заряда плазменного резака. У меня 6 их, нет, пока не нужна. У меня есть 18 тысяч, в принципе, я могу все тут купить. Все, вот это все, я могу либо вот это купить, любое, что хочу, то и куплю. Что? Короче, все, что тут есть, я могу купить, в принципе-то. Рюкзак. Плазменный резак. Плазменный резак. Сейф. Так, ну... лазерная винтовка. Было бы неплохо, кстати, посмотреть, что это такое. Импульсивная винтовка. Скорострельная штурмовая винтовка военного образца. Либо широкоугольный резак с синхронизированным зарядом. Конечно, я так понял, это снайперская, да, винтовка просто, типа. А это импульсивно, это как пулемет, типа. Но это было бы, кстати, неплохо. Импульсивная винтовка, защитный костюм можно взять. Малая аптечка, малый воздушный баллон. Небольшой размер пополняющий запас воздуха. Статическая батарея, силовой узел. Блин, ну я не знаю, импульсивную взять или все-таки широкоугольную. Просто видите, это скорострельная, а это просто как винтовка идет. И что вот лучше, я даже не знаю. Но я думаю, для меня будет лучше вот это, да? А, я могу и то купить, блядь. Ну ладно. Сейчас давайте посмотрим, да-да-да. Сейчас посмотрим, что это. Подожди-ка. А ну-ка. Синконка. Угу. Хорошо. Уху-ху. Бля, хорош. Вот это, кстати, неплохо так. Да, вот это прям хорошее. Так, а вон там.
У меня останется 1000, в принципе-то. Либо купить защитный костюм, блядь. Ну, давайте я куплю все-таки костюм. Он куда нужнее, да. Потому что там он херачит только так. А это еще если... Если еще учесть то, что это максимальная сложность, то тут, конечно, броня нужна. Нормально. Ух, ля какой, смотри, вышел. Ля какой. Боец. Ух, я бы, конечно, да. Теперь понятно, для чего мне деньги. Окей. 18 тысяч собрали. Нормально. Хорош. И все у нас больше... А, у нас 1600 еще есть. Плазменная энергия или плазменная... И маловоздушный баллон. Для чего он? Кто знает. Ну, давайте. Плазменная энергия. Блять, ну давайте я возьму еще вот это, чисто чтобы оно было, да? И, в принципе, все. Я только не знаю, для чего оно. Бля, ну ты посмотри еще. Магазин. Так, ага. Так, давайте-ка верстак есть еще. Улучшить оборону. Но у меня нет, нечем, да? У меня же нет вроде. Да, у меня нет узлов, поэтому... Поэтому ладно. Поэтому пока что... Блин, у меня бы сохраниться, конечно, бы еще, знаете. Мне бы, конечно, еще... Сохраниться, вот это было бы неплохо. Панель сохранимся, панель там сохранимся сейчас и поедем уже. В принципе, все, можем ехать. Здесь ничего такого нет. Да. Поехали. Ох. Так, глава первая. Прибытие. Завершено. Угу. Да, да, да. А, мы тут могли сохраниться, но я не знал. Извините. Да, конечно. Конечно, перезаписать еще. Интенсивная терапия. Выберите оружие в меню рюкзака и поместите его в ячейку быстрого доступа. Вот глава вторая пошла. Это мне, конечно, не нравится вообще. Ты что делаешь? Нет никаких ништячков? Нету. Так, а у меня все патроны еще побольше стало? 45, окей. Тише, все в порядке, Макой. Он тут. Бояться теперь нечего. Он сумасшедший, что ли, что? Я знала, что ты придешь. Мать, тебе все нормально? Как я обещал. Я сохранила это для тебя. У тебя все хорошо? Могу идти. А что сказал? Что приведет нас к челноку? Пользуйся гнездом для перемещения и бросания объектов. Прицельно. О-хо-хо. Вот она оно. Вот оно. Теперь я могу брать... Давайте попробуем на мусорке. Теперь я могу вот так взять. Оп. И вот... А как? Блять. Ага. Вот это теперь хорошо. Потому что тогда мне вообще не хватало, чтобы бросать приметы. Бля, жалко тебя. О, мать, ты чё? Бля, жалко, конечно, жалко. Очень жалко. Бля, вот это хорошо, что теперь можем мы все это дело. Я не знаю, вот для чего вот это, конечно. Кто знает, но. Да ладно уж. Мало птичка 100% не нужна. Мне очень нужна она. Так, ну погнали, чё? Погнали. Магазин, ну, мне, в принципе, пока что не нужен. У меня, блядь, всего 600 кредитов-то. Да, что-то мне даже напоминает это, ребят, да? Чем понимать схему, чтобы добавить новый предмет в список покупок? Вот эти, типа... Огнемет. Сюда сразу же. Это очень хорошо, что тут огнемет есть.
Знаете ли... Открывай, блядь. Открыть не? Не судьба открыть? Давай, блядь. Я понял тебя. На нас напали. Кендра исчезла, только что была рядом. Не могу поверить, что потерял ее. Но сдаваться рано. Принеси мне X-капитана, и мы поищем Николь. Экипаж пытался перекрыть вход в реанимационное отделение. Взорви баррикаду, чтобы добраться до морга. Найди на медскладе глицерин. А в 0G терапии возьми электроподушку. Это вниз по коридору. Черт, с такими помехами связь бесполезна. Ничего бы знать, где это находится, все, знаешь. Было бы классно. Так, куда мне? Мне вон туда в любом случае идти. Что это здесь? Термитная бомба она мне нужна. Угу. Понятно. Так, ништячки сюда. Ништячки к папочке, пожалуйста. О! Сохранимся. 100% сохраним сразу же. Ну нафиг. Принять. Не. То что, знаете, тут бывает такое иногда, что сохранение нужно. Так, что здесь? Ну, это плюс патрончики нам с вами. Жизнеобеспечение. Угу. О, плюс еще патрончики. Так, это у нас сколько с вами патронов? 14 в запасе, 10 тут, 24, еще там 45. Ну, нормально. Хорош. Давайте сразу еще раз сохраним. О, даже что тут? Давайте сразу еще раз сохранимся. Чтобы, ну, патроны были. Чтобы патроны все это делать были. Осуждаю, плохо. Так. Сука. Мужик. Нормально. Что это? Пульсивные заряды? Блядь, как поднять-то их? Поднять не могу. Представляете, не могу поднять даже. А, вон, пульсивные заряды какие-то у меня типа, появились. Ах, ну, погнали, чё. Мне кажется, вообще не сюда нужно. Нахуй, погнали туда лучше. Ну его нахер, короче, пизду, блять. Погнали по заданию, сгоняем. Если мне туда, значит туда. Ну и чё? Нам с вами вот сюда. Все оружие может стрелять так, как в основном, так и в альтернативном режиме. Чего, блядь? А, вот это все ничего так. А с моим тем, чё тут? А, вот оно что. Понятно. Ну нормально, тут хотя бы можно прицелиться нормально. А то вот так типа неудобно, вот так нормально. Так, ну спасибо. Спасибо. Так, сейчас какая-то херня выскочит, да? У меня привычка есть еще, ребята. Не вставайте. У меня такая привычечка. Бля, что с ним стало, капец. Посмотри, блядь. Ты посмотри. Используй статический режим, да, конечно. Mm-hmm.
Ну, вот сюда идти с вами. Да, открыть, конечно. А чё так светло-то? Непонятно. Зачем мне эти импульсивные заряды? Да что вообще? Для чего они мне? Подожди. Заряды для импульсивной винтовки. А я взял какую? Ну вот, на краске, да. Краски для нее, для моей. 75 запасиваю. Сюда, ёпта. И еще у нас есть с вами чертеж для огнемета. Ух, блин, хорош, хорош. Так, ну давайте посмотрим, вот здесь. Может здесь. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Классно. Ты че, блядь? Мразь, блядь. А нахуй. Так сразу перезаряжайся, блядь. Еще мразь такая, блядь. Посмотри. Оп, сюда. Где они, блядь, все? А, ты, блядь. Мужик, у меня для тебя есть очень... Знаешь, у меня для тебя есть... Блядь, это пизда. Сюда, нахуй. В целом похуй, да? Нормально. Пойдет, блядь. Не, лучше, конечно, я и не пользуюсь так часто, потому что... Так, что у меня есть? Я ж слышу, что ты там, блядь. А, у меня нет больше патронов, чё, блядь. Алло, я слышу, что тут мужик. Да я ж слышу, что он там, блядь. Он, блядь, не идет. Ну и давай, дурачок, до свидания, блядь. Блядь, стой. Подожди. Зло лифт. А, не внизу, может быть, еще. Ничего нет такого. Не внизу. Ну, внизу так внизу, погнали, чё. Тут закрыто все. Так, ну здесь нам муд дают, это уже хорошо. 1200 кредитов. Блядь, ну конечно деньги тут очень нужны. Не спорю. Это что? Бабло? А-а-а. Давай, не мигай, блядь. Хара уже. Бип, бип. Так, здесь ничего больше, никаких ништячков там нету. А, он закрыт. Может, какие-то ништячки тут есть, нет? Лишние. А, я вижу, блядь. Ой, нахуй, погнали отсюда. Пизда, блядь. О-о-о, блядь, товарищи. Да, здравствуйте, блядь. И вам здравствуйте, блядь. Блять, бред. Такое. Бля, ладно. Ладно, ладно. Там, окей. Я понял, как. Бля, а откуда мы сейчас начнем?
Только не говоришь, что с самого начала, это же вообще жесть. А, ну там эти же недалеко. Да уж. А, мы вот отсюда начали. Сразу перезарядимся с вами. Так, вот здесь где-то были ништячки. Да? Здесь, блядь, сейчас. Оп, сюда. Обнаружена опасная аномалия. Активирован режим карантина. Ну, аж понял, блядь. Минус один. Где ты еще, блядь, слышу? Вон он, блядь. Чё, блядь, ты тут делаешь, нахуй? Блять, что тоже, да, сюда придет? Понятно, блять. Ну давай, блять, мразь. Поиграемся, блять. Ну, в принципе, блять. Дай пройти-то. Алло, я здесь. Полез куда-то, блять. Еще ничего нет. А, вон тут сейчас выйдет, да? Блять. Зря, конечно, это сделал, ну ладно. Так бы он хотя бы мне что-то дал. Так, у нас что с вами есть? У нас с вами патронов немного, в принципе. Аптечка есть. Ну, хоть что-то. Хотя бы аптечка есть. Погнали вниз. Здесь вроде нет больше никаких штучек, прикольчиков. Так, давай-ка сразу зарядим. Так, сразу. Ух. Ну, хоть так. Так, у меня сколько всего? Надо максимально сейчас забьем его. Десяточка еще у меня, 12 в запасе. Ух, 100! 116 еще в запасе для инвентовки импульсивного. Ох-ох-о. Сюда, значит, к папочке, да? Еще 1200 баксов, прикиньте. Погнали наверх. Погнали наверх. Алло, до свидания, блядь. Шу-шу-шу. Погнали наверх. О, не залезу. Хорош. Жалко, что везде вентиляция есть. Это очень плохо. Очень плохо, что везде вентиляция есть. Раз. Да, я не... Ну, ладно, это пока ебну. До свидания, блядь. Все, МББ уже. Так, там внизу еще чел. Бля, чего нахуй? Я патрон остался, окей. Так, там внизу еще чел ходит, еще. Все, больше никто ништячков не оставил? Безобразники какие. Внизу там еще, окей. По этой вентиляции еще ходит чел. Ну-ну-ну, где-то. Он по вентиляции где-то ходит. Давно что тут?
Где он, блядь? А вон он. Что я думаю? Карантин снят. Фу, блин, это было жестко. Это было очень жестко. Ну, не так, что прям жестко-жестко, но все-таки жестко. Так, погнали сначала сюда, потом пойдем наверх. Да. Карантин снят у нас с вами, ребятки. Значит, их больше здесь не будет. О, смотрите. О, вы видите это? Смотрите, они их сделали, получается. Какие-то, видишь, большие еще есть челики. Они их сделали, получается, сами, блядь. И сами от своих же рук. Куда мне идти-то? Не туда идти? Ну, давай сейчас все соберу. Приду здесь, сохранюсь. И... Угу. Оп. Давайте сейчас сохранимся. И потом я сейчас все соберу и еще раз сохранюсь. На всякий случай. Что мы знаем, которые работают сохранения. Блять, ну серьезно, чего ты будешь сейчас? Бля, ну серьезно. Так, погнали-ка все обойдем с вами, потому что такое себе, знаете, все не обходить, это такое себе. И в любом случае, куда? Не, вон туда идти. Вот, цветочки еще есть, ничего себе. Ну, конечно, так понимаю, они сами создали, да, все это дело, что видите, они, о, сюда. Что видите, они все тут, видите, изучали. Бога ради, что там происходит? Да не волнуйтесь вы так, доктор Кейн. Все образуется. Мне так не кажется. Стоит предположить, что источником проблем в колонии был обелиск. Вы можете предполагать все, что угодно, но не я. Обелиск — великая святыня, и вы это знаете. Пути Господни неисповедимы. Ладно, завтра он будет у нас на борту, и можете исследовать его сколько угодно. Капитан, внизу гибнут люди. Они убивают друг друга. Это что, и есть та трансформация, о которой говорит юнитология? Доктор Терренс, чем серьезнее ставки, тем больше риск. А сейчас они высоки, как никогда. Это меня и беспокоит. Да, конечно, они сами их создали. Понятно. И сами от своих же рук, скажем так, пострадали. Да уж, такое, блядь, такое. Ну тут мы понял, понятно, здесь нажали запись. Погнали наверх теперь. А, вон там еще точно есть. Тут же что-то еще есть. Что здесь? Что? А еще? Я полностью заряжу. Да, такое, честное слово. А это не ломается вообще или что, блядь? Нет, это не ломается. Ну ладно. Так, плюс для винтовочки. На шуки мыть без перчаток, аккуратнее мыть. Но там что-то есть. А вот сообщение. Наконец-то Юргенс внял моим уговором и показал запись из колонии. То, что я увидел, было восхитительно, потрясающе. Шахтеры превращались во что-то невероятное. Я должен узнать больше. Ученый во мне желает открыть этот секрет. Хотя верующий стремится целиком отдаться этому чуду. Мне нужен для исследования один из этих некроморфов.
Я должен увидеть все стадии развития вируса. Возможно, это пациент из колонии. Да, такое, блядь, честное слово. Ты жестко. Какие-то эксперименты делали. Да уж, такое, такое. Так, во, нам сюда. Сколько у меня? 10 тут. Бля, конечно, на эту почти, прикиньте, у меня почти 200 патронов на мою винтовку, вот эту большую скорострельную. 200 патронов дополнительно, представляете? Это нормально, так жестко. Если кто-то, скорее всего, выскочит, то сразу свет поменялся. Помогите! Ради бога, помогите! Спасите! Ты кто? Блять, кто это? А кто это, блять? Пиздец. Кто это такое вообще? Погнали, блять, давай, блять, член. Ходи. Смотрите, здесь внизу, смотрите, ребенка какого-то. Это видите, тот самый, видите, щупальца какие-то есть. Видите? Эмбрионы здесь какие-то вон, растут. Блядь, капец. Они выращивают их еще. Блядь, ну... Что за мутанты, блядь? Капец. Прикиньте, из такого эмбриона вот такая херня, блядь, получилась. Зачем они это делали, никто, блядь, не поймет, да? Музыка еще играет. Да, вон, они изучали все это дело, видите? Капец, зачем выращивать эмбрионов, непонятно. Вот 1100 у меня краски баксов уже. Поехали, блядь. Ну, блядь, а ну нахуй. Не говори, что я рядом стою с тобой. Блядь, сколько вся пуль надо... Ебать. Понимаете, сколько мне надо пуль вогнать? В эту херню. Это жестко. Благо у меня, блин, много пуль. Но... Капец. Капец, конечно. Блять! По щупальцам, если херачить. А, по щупальцам еще можно. Блять. Пиздец какой-то. А, еще ничего не оставил. Спасибо, блядь. Так на тебе патроны потратил, блядь. Понятно. Короче, они ничего не дают, просто так на них патроны потратить, чтобы они тебя не трогали. И все. Вот, смотрите, тут какая-то, видите, какие-то штуки. Что это что вообще? Какой-то здоровый, толстый, блядь. Или не знаю, не толстый, не знаю. Большой такой, блядь, еще вот такая херня. Блядь, пиздец какой-то вообще жесть. Части тела, смотрите, соединяли какие-то. Это жестко, это жестко. А вот, смотрите, что они делали. Изучение чего-то еще. Наш. Такое, честное слово. Термит. Мы подняли. Хорошо. Термит, что ты подобрал?
Абрам запросто прожжет эту баррикаду. Используй электроподушку как детонатор. Надеюсь, я смогу удержаться здесь. Я слышу, как сюда движется что-то большое. Детонатор. Капец. Погнали. Сейчас у тебя херни сейчас будут выскакивать, да? Я правильно понимаю? Погнали, блядь. А нет. До свидания, блядь. Нас потратил просто так. Страшно. Угу. Термитная бомба нужна. Так, давайте-ка сохранимся. А то я знаю вот это вот. То я знаю вот это вот ваше, да? Сколько мне денег вообще? 7900. Давайте попробуем. Что это? Мало аптечка. Давайте попробуем вот это. Использовать. А, я не могу вообще. Ну ладно, значит. Значит, пока что не, нельзя. Значит. Давайте схему попробуем. У меня же есть схема. Да. Огнемет. Сколько? 11 тысяч стоит? 11 тысяч, да, стоит? Да, не то. Нет, давай-ка все-таки мы с тобой наще сделаем. Давай-ка мы с тобой все-таки сегодня аптечку переместим. Переместить вот в сейф. Воздушный баллон тоже переместить пока что. Это мне нужно. Импульсивное тоже, думаю, переместить. Пусть тут 38 остается. В принципе, все. Погнали, сейчас все сделаем. Бля, это жестко. Да-да. Просто не говорю, что сейчас здесь кто-то появится. Это, ну, такое, если честно говоря. Так, мне вот сюда идти. Здесь какая-то херня летала. Мы это с вами видели, да? Сверстак есть. А это закрыто. Металловый узел, блядь, нужен. А можем взламывать, типа? Понятно. Понятно. Так, ну, давайте тут лут есть. Его сразу заберем. Энергия. Аптечка еще. Там внизу вы что-то нашли, да? Да. Кое-что нашли. Значит, тексты истины все это время? Я бы не сказал. То, что я видел, трудно назвать божественным. Мы должны принять это. Мы первые свидетели. Матиус никому не позволит спуститься в колонию. Пока не выясним больше, она на карантине. К черту Матиуса. Ему лучше, чем кому-либо еще известно, что это важнее всего. Важнее операции или даже компании. Думай, что говоришь. Там внизу умирают люди. Только бесполезные и неверующие. Но я верю. А ты, Теренс, веришь? Скажи. 6. И... Is it safe? Типа, вы сохранились? Или, типа, что-то типа такого, какой период? Вы сохранились? Ну, сейчас, естественно, какая-то херня здесь выскочит, да? Как всегда это бывает. У меня есть узлы эти?
Нет, у меня нет зумлов. А, типа вот этот, что ли? Как там? Подожди, а что если сейчас? Ничего не будет, если я соединю, там нет. Какая там глубина-то? Понятно. Ну, я даже не удивлен, ребятки. Блять, не жесткие. Так, ну я пока выберу, чем тебя трахать, знаешь. Все, ТББ. Блять, что нахуй? Ты совсем? Да, я сейчас пол стрелять такой себе. Блять, он совсем? Мужик, ты чё? Ты совсем, блять, или да, нахуй? Пиздец, сколько в тебя вогнал пульта? Надо было просто вот из этой херни пострелять в него и все, блять. Да уж. А, еще? Понятно, ничего даже нету, ни дропа, ничего. Понятно, блять. Как всегда, в принципе. Ну, нам до этого нормально давали. Ну, хоть так. Так, штука здесь есть. Что это? Сейчас. Не наверх, да, так понимаю? Придется ехать. Здесь ничего нету. Просто стоял, что-то нюхал меня, что ли, что? Еще. Чего? It's time? Это время? Что? Ну ладно. Так, у меня есть инфузел. Это уже хорошо. Или нет, я не знаю, насколько это хорошо. О, блядь. Чё, куда мне его? Что? Ну, блядь, и... Ага. Понятно, понятно. Что-то еще дети могут быть, эти, блядь, или кто они, блядь, не знаю. Опа. Что-то отображает еще.
И... Он только один здесь? Перезаряжайся давай, мужик, 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 перезаряжайся. Какая-то херня где? Ну ладно. Блядь, не, надо как-то им конечность стрелять. Реально, ну типа... А этот убежал, что ли, дурачок? Ну ладно. И он там упал. Тоже что-то, видите, изучали. Капец, здесь что-то они прям жестко изучают, изучали. Я так понимаю. Потому что, ну типа, такое. Оп, сохранится 100%, братан. Спасибо, что напоминаешь. Я не знаю, насколько серия получилась сейчас, но... Давайте дальше пройдем уже уж. А, у меня больше нет, что ли? Все, патрон. Окей. Окей, let's go. Так, нам... О-о-о. Ай, дышать. Вот к чему это. При нахождении в вакууме расходуется кислород. Используйте кислородные канистры и заправки, чтобы пополнить его запас. Окей. Как, а как их использовать? Итак, ребят, короче, если говорить все кратко и по делу, то первое, у меня пропал здесь звук, я этого не заметил, ну, звук микрофона, да, я вот включил кнопку, у меня забинджено это все дело, я так и не понял, как я это отключил, вот, но в итоге после записи я понял, что у меня, видимо, был отключен звук. Я боялся, что все видео, но нет, какая-то часть, вот, причем довольно-таки большая. Второе, что же мы делали? В принципе, если рассказывать по сюжету, сейчас у вас будет кадр, да? Первое, что мы попробовали, это, конечно же, ну, мы полетали, да, как-то, ну, это не было гравитации, мы отключили гравитацию на каком-то задании. Вот, полетали все это дело. Вот. Что еще? Походили, поубивали этих монстров непонятных. Вот. Увидели какие-то кадры, где женщина, что-то просто женщина видно, я не знаю, то ли она мутировала как-то, то ли что, женщина халала какого-то челика, который лежал, потом сама себя убила, я не знаю, это осуждаю, конечно, такое, но это капец. И, в принципе, все, просто побегали так же. Узнали, кстати, мы нашли записку где-то, так понял, то ли в лаборатории, то ли где-то в морге, наверное, в лаборатории это больше. Вот, узнали, что, короче... Над ними стали, над людьми обычными, да, там, которые, там, не знаю, шахтеры, там, дворники и тому подобное, их брали под эксперимент и, ну, ставили им какую-то, может, штуку, не знаю, какую-то, короче, над ними ставили эксперимент, вот, хотели сделать, не знаю, каких-то сверхлюдей, не знаю. Ну, не знаю, короче, но в итоге там было написано, что над ними ставили эксперименты, да, изучали их, но что-то вышло из-под контроля у них все, и тут было написано, я вот сейчас прям смотрю, да, о том, что множественно убиты на руках, множественные ушибы на руках и предплечьях свидетельствуют о том, что объект перед смертью оказывал активное сопротивление. Ну, то бишь мы понимаем, да, что он, ну, как-то
то, что в нем зарождалось, то, что его мутировало, он просто этому сопротивлялся. В принципе, вот так вот. Я до сих пор в шоке, как так могло, типа, произойти. Как так могло произойти, что, ну, пропал звук. Я не помню, чтобы я его отключал. Вот. А, еще вы, если заметили, там, короче, какая-то херня летающая. Ну, я сейчас покажу кадр, да, если он, конечно, есть. Вот, ну, покажу, что они делают. Конечно, какая-то херня летающая делает из трупов вот таких вот монстров. Они отличаются от тех монстров тем, что они более живучие и более темные по окрасу, в принципе, и все. В принципе, по-другому они ничем не отличаются от других. А те летающие штуки, они убиваются быстро, то есть это вообще забейте. В принципе, все. В принципе, все. Спасибо вам за просмотр. Надеюсь, вам понравилось, да? Надеюсь. Ставьте лайк. Для вас это секунда. Для меня это очень огромная поддержка. Делать дальше какие-то видео, да? Вот. Больше снимать игр. Возможно, я какую-то новую рубрику скоро выкачу. Кто знает, кто знает. Вот. В любом случае, спасибо за просмотр. Там подписочка, лайк, да. Колокольчик, чтобы вы просто знали первыми, да, одни из первых, кто, когда выйдет видео. Вот. В принципе, все. Увидимся в следующей серии. Давайте. Этих тварей пробралась в каюту капитана. Я сумел загнать ее в поврежденную спасательную капсулу. Так, ввожу коды доступа. Нашел бортжурнал. Что бы это ни было, все началось еще на планете, которую они расковыряли. Дрянь расползлась повсюду. Айзек, это не инфекция. Это инопланетная форма жизни. Да, у нас проблемы. Двигатели корабля не работают, орбита сужается. Немедленно отправляйся в машинное отделение. Я пока останусь здесь, найду, в чем загвоздка.